первое, что хочу сказать, что турнир такого масштаба, такого... такой великолепной организации, да, в нашем родном городе. Еще никогда такого не было. Да. Это все очень красиво. Такого... Мы, на самом деле, под впечатлением от того, что Арсен сделал, да, вообще с этим залом, потому что никогда такого не было турнира вообще в нашем городе, в принципе. Да. Немножко о себе расскажите. Вы сейчас в Москве тренируетесь. Как вообще это сложно? Да. Или, наоборот, интереснее, более мотивирует на результат? В общем, это довольно-таки утомительно. И все равно мы скучаем по своему городу, по своему родному. Вот. Да, мы переехали в Москву с сентября. Тренируемся там, конечно, возможностей там гораздо больше. Но всегда мы с радостью, с удовольствием всегда приезжаем и танцуем. И последний вопрос. Вы стали чемпионами ЦИКО по молодежи впервые в своей карьере. Какие ощущения были? Мы, на самом деле, очень долго готовились к этому. Сильно переживали, настраивались на каждый наш танец, на каждый тур. Но были безумно счастливы, потому что мы ждали этого очень долго.